Губернатор Приморского края Олег Кожемяка наградил знаком особого отличия Герой Приморья, командира 1-й роты батальона «Тигр» Андрея Воробьева. Андрей Юрьевич, я искренне рад вручить вам эту заслуженную награду. Могу сказать, что наш батальон «Тигр», который возглавлял Сергей Викторович Ефремов, по оценке Министерства обороны за период действия СВО получил памятный знак «Лучший добровольческий отряд Министерства обороны России». Поэтому я тоже искренне благодарю. Мы по праву гордимся нашими ребятами, гордимся созданным подразделением. Андрей Воробьев командовал на основных направлениях специальной военной операции – Новоникольском и Новомихайловском. Эта награда уже далеко не первая в рядах легендарного «Тигра». Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.